Эй, доброе время уток, друзья! С вами, как всегда, Арталаски, и сегодня мы сделаем вот что. Сегодня я покажу вам, как создается графика для игры Dark Souls, а точнее ее второй части. Но несмотря на то, что здесь будет немало полезной информации, это все-таки не туториал, а скорее как мини-девлог. Все начинается с ZBrush'а. Именно здесь я буду лепить хайпольки. Это модельки, в которых очень-очень много полигонов, и засовывать их можно разве что в Unreal Engine 5. Для примера слепим простую небольшую скалу, которую я буду использовать в своей игре. Точнее, я уже их использую, но решил добавить еще одну немножечко другого размера. И, собственно, сам процесс сейчас покажу здесь вам. Сначала возьмем вот такой простой кубик и добавим ему достаточное количество полигонов, чтобы я мог его уже сразу начать детализировать. Примерно 130 тысяч будет достаточно, по крайней мере мне на данный момент. И все, что я сейчас буду делать, это сбивать ему фаски, чтобы он был более стилизованный, но при этом все-таки был похож на камушек. Каких-то сильно заметных изменений я с ним делать сейчас не буду, и скоро поймете почему. Кстати, ребятки, школа XYZ School ведет набор на курс DraftPunk. Даже если ты вообще никак не умеешь моделить, но очень хочешь, на курсе ты освоишь профессию с нуля за 6 месяцев, получив знания, востребованные в крупных компаниях. Действующие профессионалы с опытом в именитых студиях научат тебе всему, что должен уметь 3D-художник для работы на фрилансе или в студии. А именно создавать 3D-модели для игр по правильному алгоритму. Сначала формы и выразительность, потом развертка, запечка и текстуры. Научишься лучше понимать, как использовать для моделирования Maya, Blender, Substance Painter, Marmoset Toolbag и Photoshop. И, конечно, научишься вызывать вау-эффект у друзей, айшеров и заказчиков с помощью красивой подачи. По итогу курса у тебя будет портфолио более чем из 10 макетов и 2 модели полного цикла, которые точно оценит твой будущий заказчик. Кстати, у курса есть фри-версия, которая поможет тебе освоиться в софте и обучиться базовым навыкам моделинга. XYZ это более 90 тысяч выпускников, а также менторы с большим багажом знаний, полученных в таких студиях, как Blizzard и CD Projekt Red. А еще это постоянная обратная связь по заданиям и множество дополнительного материала. Активируй промокод и приобретай этот и другие курсы со скидкой 40%. А еще в подарок ты получишь месяц подписки XYZ Plus, который откроет тебе доступ к дополнительным мастер-классам, а при ее продлении еще 15 каждый месяц. Дерзай, все ссылочки в описании. Можно было бы дальше начать его детализировать, но так как это будет не одиночный элемент, это будет все-таки составная часть одного большого объекта. И изменяя размеры, положение и вращение объектов, собрать нужную нам форму. Я стараюсь прорабатывать элемент с разных сторон, чтобы можно было использовать одну и ту же модель, с разных ракурсов, и чтобы казалось, как будто это совершенно разные модели. Не всегда это получается так, как задумано, но в большинстве случаев это реально экономит время и силы. Обязательно проверяю по силуэту с каждой стороны, чтобы это смотрелось более-менее прикольно. Вот эта сторона кажется достаточно скучной, поэтому я решаю, что надо добавить еще какой-нибудь маленький камушек. И, возможно, с этой стороны тоже он не помешает. Пока действует маска, можно побаловаться кистью Move и сделать эти камни чуть более стилизованными, чтобы они не были слишком уж такими прямоугольными. Когда же маска снимается, я обычно использую кисть Move Topological, она позволяет двигать каждый из элементов отдельно. Ну а сильно здесь увлекаться не стоит, иначе камни уже будут не совсем похожи на камни. Подобные щели желательно закрывать изначально, чтобы потом с ними не было проблем. Днище я обычно никогда не трогал, потому что все равно его будет не видно, но если очень хочется, то почему бы и нет. Большинство рельефа стирается, но ощущение камня все равно остается, и появляется вроде такая легенькая текстурка. После этого я обычно добавляю трещины, и большие, и маленькие. На некоторые стыки я все так же добавлю либо трим динамиком, либо опять же орбом подобные сколы. Наконец я использую опять же орбовскую кисть, которая тоже называется Clay Tubes. И ей я просто буду добавлять вот такие всякие точечки, поры, тем самым делая камень еще больше похожий на камень.
В принципе, уже в таком виде ее можно будет и переносить в игру, естественно, проделав некоторые другие махинации. Так как сейчас модель имеет очень плотную сетку и практически 2 миллиона полигонов, засунуть ее можно разве что в Unreal Engine 5, и то пока не надо. А используя плагин Decimation Master, я превратил это в примерно 50 тысяч полигонов. Но опять же, это еще слишком много, поэтому уменьшаем еще. Думаю, что 500 полигонов более чем хороший показатель, и все это дело теперь можно экспортировать. В любом случае, я экспортирую конкретно эту модельку с префиксом low poly. ZBrush на это можно оставить в покое и перейти в другую программу под названием 3D Code. И именно в ней я и буду создавать UV-развертку. Здесь уже сама по себе произошла развертка, но мне она не очень-то нравится, она не сильно логичная, что ли. Поэтому я ее немножечко подкорректирую. Хотя здесь видны некоторые косяки. Вот это вот артефакты, которые желательно бы исправить. Поэтому я снова возвращаюсь в ZBrush к этой самой модели, нахожу этот артефакт и для начала попробую просто использовать обычный smooth, но как видим здесь очень хитрое переплетение полигонов и он нас здесь просто-напросто не спасет. Именно поэтому я советовал вам закрывать различные щели, чтобы потом вот так вот с этим не возиться. В этот раз получилось заделать дырку без каких-либо проблем. А. Не понял. По какой-то неведомой мне причине эти полигоны никак не хотели отображаться в 3D Code, но прекрасно отображались и в Unity, и в Marmoset, и в других 3D пакетах. Поэтому я не придумал ничего лучше, как просто удалить их и слить в единую линию, чтобы их просто-напросто не существовало. И как итог, здесь теперь все отображается нормально, без каких-либо неприятностей. Вот вам мой маленький артефакт. Далее наступает мой практически самый нелюбимый момент, это как раз-таки создание вот этих вот UV-разверток. Процесс довольно нудный, но скорее даже более релаксивный. Главное стараться, чтобы было поменьше швов. А в целом-то ничего сильно сложного. Вот такой вот попыт для взрослых. Я специально делаю швы прямо под днищу, чтобы вот эти вот куски уменьшить, и они занимали меньше места на UV-расклад. Соответственно, было больше свободного места для основных вот этих вот камней, для той стороны, которую мы будем видеть. Соответственно, там поместится больше деталей. Вот мы и дошли уже до текстурирования. В данный момент камушки выглядят не очень презентабельно, но все исправится после того, как мы запечем здесь карты нормалей и, собственно, все остальные камни. И, по сути, это уже финишная прямая при создании модели, если не получится никаких багов. А вот они, кажется, получились. К счастью, это было очень мелкое недоразумение с моей стороны, поэтому все исправилось достаточно быстренько. А теперь осталось только все это дело покрасить, и с прошлых камушков я уже создал здесь смарт-материал, который просто накладываю. Если посмотреть его более детально, то все очень и очень просто. Основной fill layer с цветом, это основной цвет камня. Далее с помощью более светлого цвета я выделяю как бы все вот эти грани, которые на этом камушке есть, но при этом не слишком уж вот так вот ярко. Просто чтобы было заметно. Далее я обязательно добавляю градиент. В самом движке на верхушках будет также располагаться трава и всякие растения. Поэтому я просто добавил сюда немножко зеленого, чтобы переходы были более-менее плавными. Собственно, моделька может считаться готовой, я просто экспортирую все эти текстурки, а экспортирую, так сказать, запасом. Наконец, можно посмотреть, как эта скала будет выглядеть уже в игровом окружении. У меня здесь есть заранее заготовленная сцена, куда я складываю большинство своих объектов для окружения. Это, кстати, прошлые скалы, всего лишь одна моделька. Нет, две. Но они, грубо говоря, двусторонние. С
Сейчас этот камушек немножко выбивается из общей стилизации, потому что здесь не так много зеленого, как на этих скалах, но у него и также немного рельефа, как у этих моделей. Он более прямой. И по стилю куда больше подойдет к вот этим песчаным объектам. И мне прям стало интересно попробовать, поэтому я вернулся вновь в Substance и применил к ним уже второй Smart Material для вот этих песчаников. Скорее всего, именно в такой расцветке мы его и оставим. Что ж, ребятки, вот такой вот пайплайн создания моделек для второй части Dark Souls. Надеюсь, вам было интересно, а может даже и полезно. С вами, как всегда, был Арталацкий. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и заглядывайте на мой инстаграмчик. Всем пока!